Всем доброго времени суток, это Gadget X. На днях компания Dugi представила долгоиграющий смартфон BL12000 с двумя емкими аккумуляторами по 6000 мАч. Батарея устройства обеспечивает больше месяца автономной работы в режиме ожидания. BL12000 также получил 4 камеры, из которых 2 фронтальных модуля широкоугольные. Главная особенность BL12000 – это 2 аккумулятора емкостью по 6000 мАч. Компания обещает, что в режиме ожидания смартфон продержится 42 дня, а полная зарядка аккумулятора произойдет всего за 4 часа благодаря функции быстрой зарядки 12 вольт 3 ампера. Также BL12000 можно использовать как внешний аккумулятор для подзарядки других гаджетов или в качестве OTG-хоста для подключения компьютерной мыши или жесткого диска. Dugi оборудовала новинку 4 камерами. На фронтальной панели расположились 2 широкоугольных модуля с углом обзора 130 градусов, которые подойдут для съемки групповых селфи с разрешением 16 мегапикселей. Фронтальные камеры получили опцию разблокировки экрана по 3D-модели лица пользователя. Каждую секунду смартфон сканирует изображение и анализирует результат. На тыльной части BL12000 пользователи найдут двойную камеру с модулями на 16 и 13 мегапикселей, фазовым автофокусом и поддержкой портретной съемки с эффектом типа боке. Программно смартфон поддерживает режимы коррекции недочетов на коже, панорамную съемку и создание монохромных изображений. Спереди аппарата находится 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18 к 9 и разрешением Full HD+. Среди других характеристик 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 и 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ хранилища и предустановленная ось Android 7.0 Nougat.